Третий день подряд в Лунёво работает выездная администрация. Несмотря на сильный проливной дождь, люди продолжают приезжать в территориальное управление населенного пункта, чтобы решить вопросы благоустройства и ЖКХ, получить юридическую консультацию, решить жилищные вопросы и многое другое. 9 часов утра специалисты всех управлений и служб округа дежурят на своих местах. Одними из первых на прием приехали жители деревни Веревское, у которых накопился целый комплекс вопросов. Люди просят оборудовать на территории детскую площадку, выяснить, а также попросить об установке дополнительной контейнерной площадки. Все вопросы взяли на контроль. Мы, в принципе, довольны приездом нашим. Вчера мы приезжали, наши люди тоже, в принципе, довольны. Но думаем, что в процессе работы у нас все наладится, все будет хорошо. И уберутся заборы, построятся контейнерные площадки, и будет все на высшем уровне. А вот Любовь Козлова обратилась за консультацией в решении жилищного вопроса. Ей необходимо обновить документы о предоставлении жилья по социальному найму. У нее произошло, во-первых, изменение в составе семьи, поэтому договор в любом случае надо будет менять. И плюс все-таки собственность из Солнечногорска перешла уже в Химки. Женщине объяснили, что необходимо, чтобы получить новый документ. До этого ни у кого не могла выяснить, где это находится. Очень хорошо, да? Спасибо. Еще одна местная жительница Алла Щербань обратилась с вопросом о благоустройстве парка. Женщина высказала свои пожелания по обустройству территории для отдыха. Специалисты приняли решение выйти на территорию парка и уже там осмотреть его состояние. Меня очень волнует то, в каком состоянии у нас сейчас находится парк и вообще все детские площадки. Специалист общегородского хозяйства зафиксировал пожелания жительницы и пояснил, что ремонтные работы будут проведены после завершения юридических процедур, связанных с передачей объектов в собственность округа. Поселение Лунёвское вместе с Кутузовским в начале 2023 года стали частью городского округа Химки. По инициативе главы Дмитрия Волошина первая выездная администрация этого сезона проходит на новых территориях. Работают абсолютно все отделы, и благоустройство, и строительство, и комитет по управлению имуществом. Работают все заместители, все начальники управления. Выездная администрация в Лунёвском будет работать до 18 часов субботы. Ну а в течение всего лета подобные приемы пройдут во всех микрорайонах Химок. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.